Так, рыбки нету, давайте идем, спускаемся. Там шмот оденьте. Кушайте рыбку, стойте, стойте, кушайте рыбку. Просто шмот там оденьте. Давайте, там на ком будет сапожонка, я не стакаем, по хилам скажу, если что, Америке там тоже скажу, если что, все под босса будем носить, лэбы, так что смотрите. Давайте, поели, спускаемся, МДК там, курите. А, вон дракон летит. Ладно, дракона убьем, сидим сразу с пулем. А, рыки дракона. Все такие забафанные, готовые убивать. Да фиг с ними, эти проки. Нашли ДПС на синдре мерить. Что-то поменьше лагает, да, сейчас? Чем обычно. Да, меньше. Так, убили, давайте рейд на позиции идем. Синдра сейчас будет спускаться, сразу будем бить. Танки, готовьтесь ловить. Так, давайте спустилась, играем. Собачонка 3 хила, 2 хиля, милики там 5 стаков максимум. Смотрим, сейчас притяжка будет, а то есть отбегает 2 секунды. Давайте, притяжка, побежали. Так, Ракшас, тебя резать? Так, давай. Сейчас будет звездка, да, не резай на звездке Ракшаза. Дайте фридом. Так, давайте. Рейд наверх, метки вниз. Дайте фридом. Дайте фридом на БДК. По центру падает. Аккуратно, без дот бейте, точечно. С правой стороны далеко. Точечно бейте, за которые прячетесь, не бейте. Играйте правый, левый, по центру падает. Играйте по правым склепам, фуловые стоят, сзади падает, сзади. Все, давайте разбиваем. Все, слили, играем как обычно. Так, давайте, притяжка сейчас будет, а тот отбегает. Смотрим, притяжка. Так, бежим. Аккуратно, не умирайте. Давайте, бьем пока. Так, ну давайте смотрим, успеем, не? Черт. Давайте, рейд наверх, метки вниз, фридом по БДК дайте. Так, смотрим, метки вниз, ДК в метке, паладин да, тоже в метке. Сразу, да, и все. Так, сейчас.
сзади падает на лестнице аккуратно. Так, за печеньку сейчас будет, падает с правой стороны, печеньку, ушли от печеньки, будем разбивать. Разбиваем печеньку, спрятались за другие скрепы. Давайте, за другие скрепы спрятались, разбейте печеньку РДД. С правой стороны падает. Бейте печеньку РДД, разбивайте прямо сейчас. Бейте печеньку быстрее, паладин лови. Разбиваем скрепы. Пижон резко реголаса. Так. Бейте скрепы. Нормально. Так, мутант под босса, ушли милики. Ушли. Так, разбиваем. Раздето резко лень. Следующий под босса будет притяжка. Так, давайте бьем. Так, мутант под босса, ушли милики. Ушли милики, притяжка будет, скреп не бьем. Так, прячемся в следующую сторону. Не бейте скрепы, отошли. Так, хильте танков, разбивайте столб в сторону, бейте скрепы. Так, РДД бьют босса, милики пошли скреп ковырять, пошли милики. Следующий под босса. Геру, да? Давайте, слава под босса, Геру, давайте, разбивайте сразу. Милики ушли. Чудики конченые. Так, давайте следующий. Давайте в сторону следующий. Хилы нормально. Следующий давайте в сторону. Потом в сторону. Так, милики пошли ковырять. Следующий под босса. Так, Айоша, под босса БЗ прожми. Ушли милики. Скидываем стак и хитки протопала. Давайте, разбиваем. Холод. А, сюда. Ушли. Слава, дай на хапагину. Давайте в сторону и добиваем Синдру. Бежим в сторону и добивайте. А я не успел вами там убежать. О, ничего. Давайте, добиваем. Так, дайте там еще антихам, дай на хп тоже. Макгрегор в сторону. Все, рез эти павших. Сбейте скрепом с него сразу. Хорти на мейнспек надо кому-то. Ну я бы взял. Это на мейнсе? Так, где вас на мейн? Не, ну я и на шимана, я нов. Так мне не помешает. Так, ну это походу на офсе ролили, я тоже паролю. 78. Ой. Я выиграл. Может мне уже услышишь? Тернопер тварем будешь бегать так. Да чё побегаю. Да лучше б не дал. Так, завоеватель рольте, на кровь пошлите. Давай мне. Покорители собачьи, дай мне снизить воду. Сейчас. А чё это? Да это обычный. Сейчас ошибся. Народ, типа, крыть героического. Сейчас дам. Чё вторую взлётку метки так били, как инвалиды какие-то нахуй? И слышишь, Архирим, на тебе первая метка была? Или на ком? А хоть ты её под босса понёшь? Зачем ты её под босса понёшь? Ты слышишь, Килька, у тебя есть там против тебя, да? Да, есть, только щита нету. Ваня, я попутал печеньку, короче, я думал, моя завоевательская. А, сейчас. Ну ты первую завоевателя линканул, я думал, это герковская. Так, сейчас, кто там по ПРу? 11, 7, 45. Куда 11 разите? И ни гимна, короче, не дали, вообще ничего не дали. Не осталось 3000 хп. Как такое возможно? Ну там, с первой меткой быстро перевели, я забыл сказать, не успел. Так не то, что перевели, я про переход говорю, вот эту взлетную фазу вторую. Ну не опытом, если у нас.
Я в склепе был. Там взрослого бейте сразу, взрослого. Взрослого, блин. Что ж, самому смешно. Пошлите, талки все тут. Давайте печеньку бейте. Бафы-то дайте. Каску разбафайте. Лапу дайте. Шо тебе? Я не читал все, шо. Да ёбаный в рот, чё такое-то? А сколько там не было, Ваня? За контроль. Прием. Прием. Хант, иди покажи скилл. Ущ. Багруха, нет, я не знаю. Нет или нет, нет. Не знаю, посмотрим. Где у вас печать на меня? Ваня тут? Да, тут сейчас иду. Пристыд, пошлите наверх, сейчас поконтролим чуть-чуть. Так, давай, прицелься, ты в РК звездочку контролишь. Так, Слава, давай печеньку. Так, и кто там антихам. Сейчас, давай трусы. Давайте, иди, контрольте. Блять, ну твою мать, кто там сагрил его? Ладно, нормально, играем. Красава. Идем вниз, спускаемся. Как думал? Да, у меня бомбит уже нахуй. Только прибежал, блять. Давайте этих пока играем, там у кого боя нету, можете его риснуть. Играйте по тактику. Точку только, Андрюха, прожми. Давайте, да. Кто-то к нам один пришел, сейчас его будем сливать, пока этих бейте. Что-то я кнопки не могу нажимать, что это не надо? Я жал контроль, у меня он не работал, поэтому он не законтролил. Давайте сливать. Сливать. Ну куда там пошли? На кровь. Скуда иди. Все, можете там остальных тащить, танки. Давайте взрослого бьем сейчас, потом остальных. Это дайте, пожалуйста, короче. Ну, говорит. Ладно. Он всегда примечал людей по, ну, по каким-то выдающимся качествам. Потому что у одного нос большой, у другого носатый. Один высокий, он говорит, смотри, какой рост. Я угорал вообще. Хотя он как парень сказал. Для меня я не помню, нормально. Аист там называл так. Давайте, пристыть так же само по контролям. Иди на позицию. Меня можете контролить. Он говорит, ты нахуй ты мою метку законтролил. Ладно, давайте в советника в печеньку играйте, в большого. Да, рослого бейте. Потом трусы бейте, потом. Давайте, я пока прибегу, вы там добивайте остальных. Ваня мастера покашляет, да? Ага. Убили просто. Набегу, короче, мышкой по щелчку поставил, покашляет. Вон пишет.
Про багруху спрашивай. Не знаю. А она тебе нужна? Пишу, не знаю. Ну откуда я мог знать, я еще не знаю. Меня тоже спрашивал. На чем зайди, типа хочет на меня, на босса? Ну, видимо, не знаю. А че, к чему, зачем мы? Чем ты в чат это слово говоришь? Чего? Зачем ты слово говоришь в чат, и ты говоришь то, что он тебе пишет? Я пишу, я говорю, что я написал. Так зачем? Ну я не знаю, может он видишь, спрашивал кого-то еще. Ну так ты не ответил на вопрос, блядь. Ну, пишет скинь мне, короче, ГП ночью. Знать, что к чему, зачем он спрашивает. Спроси у него, да и все. С моей стороны это странно, не знаю зачем. Зачем? Он хочет зайти. Ну красавцы, блядь, запустили это БДК. Да, запустили. Во. Ура! Запустили. БДК фейк портопал на одном, дайте пока бафы, там пристабав, каску дайте, лапу дайте. Каску дайте холодно. Талдорама на БДК на пульте, играйте точечно с Павлонару. Хотя по 8% дайте красочку барабану. Ребят, будьте людьми, будьте людьми! А то сейчас разбираться скажу. Бежим. Так, чинатик убьют CRDD. Дайте рост. Николас, ближе подойди. Давайте разбежались. Все. Все. Давайте Талдорам объем. Да все равно ты нетик убью, можешь накидать пока. Там я макрос написал, мне вон, блядь, доставать из книжки. И точечно кому-то кидать. Давайте смотрим, на ком голем будет. Надо будет разряжать его. Смотрим, как стоит голем на Леголас беги. Так, вихрь возле двоих аккуратно отводи. Кто там улетел? Так, давайте, Кирис это точно бейте. Да, блядь. Утилек дай, пожалуйста. А, да, не надо. Так, давайте, сейчас будет смена и добиваем. Давайте, Валнара, добивайте. Надо будет разбежаться еще один раз. На X5 ни у кого чаров нету? У меня есть половина. Хорошо, деды? Разбежались. Добивайте. Ты сегодня там, что ли, нажал? Отпустите, Рахирима, идите трэш чистить. Давайте, воять надо кому-то? На мейн спек. На лоу спек.
что-то кому-то надо. Ладно, у ДК будет все, если что. Иди пока по одному вытягивал мобов против, не? Там давай Слава левого, Андрей правого. Ладно, там дальше кого-то законтрольте. Там кто-то лужу кинул. Я законтролю в колбой. Давайте, в печеньку играйте. Вольф, контроль. Я в контроле, Вольф. Играйте в печеньки. Бог, кстати, мат. Может, нужно обождать, пока так, он жить. Давайте дальше печеньку. Он мне паука кинул. Ну, потому что нужно было тут спрятаться, чтобы он не мог тебя вставать, а потом выпрыгнуть. Я там уже давно так делал. Эти гнев небес паладина. Находники, дайте лужу, чтобы они так не бегали. Там ТТ можно поставить замедляющий. Все, у нас охотник умер. Ладно. Бегите, пока кто умер. Надо быстрее тактику убивать, не ешь. Так, на X5, да, есть у тебя? Где ты чар? Я не помню, там же не мои чары. Я знаю, что есть. Я тоже были, но я уже аккаунт только забывал. У меня дофига кого было. Не только на X5, там X20 было. X5 надо. Я понял, но X5 я не помню уже свой аккаунт. А так у меня чарт, помню, было дофига. Древнейшая страница, посмотри. Я бы тут тебе голду дал, ты бы мне там древнейшая страница. Или тут я тебе древнейшая страница, ты мне голду. Ну, в смысле, блядь. Я понял. Чё там, фреш будут, ты с нами? Ой, дай мы здесь по. Забери, вон он, да. Ты бы чё дальше после... убежал? Чё, после целка пойдем в это, на Халиона? Не пойдем все-таки. Чё, здоровья много? У меня да. Горят сломано вот. Как Славика нос. Не, я думаю, если ДЦ-шку взять, я думаю, так можно будет убить. Что взять? ДЦ-шку. Так, надо ДБМ скачать. Да чё? Мы ещё не видели ничего, что там происходит. Ну вот именно. Так предположили только. Но мне кажется, 6 хилов, 4 танка. Да, мне кажется, там всё уже починили. Сейчас давайте рестарт, по идее, там... То, что они, да. Они должны были в Дискорде написать, если чё. Ну, они написали в апдейтах с утра еще, что откорректировали урон. Сейчас а в новую они написали вот эту вот? О, про ачивку не писали вот с этого ивента? Опасная любовь. Ничего там? Давайте, все тут можете фулбаф давать. Не видел. Я просто тикет им оставлял, мне этот Скорин ответил, что... Ваня... Они чинят. Я на него и тупо зайду на Лара за кровью просто. Ну хорошо. Там для вас это каску бафаем, у вас там, по-моему, фрешбут каски бафал. Это с... Так, ладно. Так, каску варам, пристабаф, лапку дайте. Отвалился пока так. 24, пойдем, ДПС хватает. Кому еще каску там вписать? Варам каску. Пристабав дайте. Вот зачем ты меня в рейд взял? Пристабав бафаешь?
Давайте чек на пол. Так, и локом, и роги еще каску. Я же им давал каску. Все, все готовы. Давайте танки на позиции, начинайте. А он чего, ДК, о, блядь, заберите. Там же на ханте он. Блядь. Наберите режу между собой, пробивает сильно. Там кто там стоит? Кралька? И возле кральки кто стоит? Да он прикалывается, что ли, что он играет. Побежал сильно рано. Пижон, ресни Рахирима. Так он ресница с зеркалом, нет? Там, по идее, не. По идее, да. С зеркалом будет. Есть зеркало. Пусть это идет подальше. Да нет, он у него зеркала. Просто палом зеркало у него. Так, давайте. 10 секунд фир, там слава гинешь, антифир на кого-то, если шо. Беги, малышка, беги! Давайте от луж отходим. Да, от луж отходим. Отошли с центра, встали все в ренжу. Слава гим на хп по команде. Наберите ренжу между собой. Так, давай. Лол, ебать. Убил она. Хильти. Ну, контент жу набирать между собой. Так, Розетта, Реса и Войда. И все. Тандра, Реса и Айоши. Там взять планету на них. А, не Ресы, не Ресы. Ну там, если реснул, то можешь спать попить, если можешь. То ли я давно. Дайте рост. Флаги вроде не. Клево на крае. Кто? Да, кто кому не лень. Давайте от луж отходим, смотрим, на ком будут сейчас фиры. Антихам на себя антифир. Давайте от луж отходим. Режим брать между собой. Антихам по команде на хп. О, злой, Айсак. Давно ли у нас в гильдии или нет? Ой. Кто? Злой. Когда вчера вроде ливнул. Нет. Так, надо кому-то починить бесплатно, отдам. Всем привет, ребят. Здорово. Привет. Не он Мервы напоминает, блядь. Всем привет, ребят, как рассказал. Вольте завоевателя. Ты слабый. Блять, как я, откуда он, что это за хуйня, как он, почему он так говорит, блять, непонятно. Чё, реально злой ливнул?
Ну слышишь, такой же голос, точь-точь. Бу-бу. Ой, это ты достал злого? Да я не знаю, как я его мог достать вообще. Чем, я ты... могу кого-то достать, бля, это же бред. Я правильно догадываюсь, чем ты его достал, то, что ты не умеешь и делаешь это дело. Я не знаю, про что ты. Собирать рейды. Ну собирать ты чё? Я тебе просто сказал, что ты это не умеешь и делаешь. Спасибо, я тебе не сказал. Я же тебе не сказал не собирать, правильно? Всё. Давайте потом обсудите, потому что это не к месту вообще. Ну это я высказал свое мнение, может вновь по-другому ты считаешь. Yeah, что-то здесь есть вот какой-то один ДД, Чумка Лич. Танков поищи, я заебался до топового. Ну, сейчас я на скуку звоню, он может зайдет. Кто нужен вообще? Давайте этих сливаем, дурачков. Че, Макгрегор, пусть пятница, это я зайду на вара. Закрою, хорошо. Ну потом, после трэша, перед боссом. Но. Для так, этого. Давайте. Давайте мастадный, давайте консульта, сливайте это массами. Так, а нет, давайте чумного сливайте, а то сейчас бахнет. Все, теперь массами. Одного слейте, тоже сейчас начнет. Каскульт. Дрессать упавших. Диорус, что ты печати не меняешь на трэш? Ну, я с этой печатью забываюсь. Да мне и так заебись тащится. Ну, тебя считай не то АУЕ без этой печати. А что там за печать, вечная? Не, повиновение. Ну, да. ШП, отойди. Я знаю, кто меня будет учить танчить. Или там сложнее, чем продавать. Да не сложнее, а легче. Войт, попроси у злого, он тебя научит. Не знаю, протопал только наличие танчит, остальное время может пофакашить. Ну, кроме леди. Я это запомню. Я сейчас могу идти в АФК, все, пацаны. Минуту. На С4 половина брать нормально можно покажет. Дека притяните с этих трех. Давайте стоим тут, пока этих мелких слейте. Потом со всеми леди там тащи какую-то собаку одну. Давайте вот левую пошел, давайте левую будем бить, сейчас правую сагрите. Давайте вторую собаку, идемте бить. Бой, что ли? Тихо. Второго упыря с другой стороны слева притяните тоже. Не запустите ловушку только. Блин. Да, играйте по мелким, потом будете собаку бить. Давайте массами это все. Сука, меня эти щенки жуют. Спасибо за цепление.
Так, с правой стороны давайте активировали, молодцы. Давай, Саша, тут осталось подамажить 4 босса легких. Макгрегор, спекнись в танке на 2 босса. Я сейчас спекнусь, изи. Сейчас там бафы пока не давайте. Поставьте шкаф в самолете. Так, давайте по рейнджу, что мы имеем. Один охотник. Так, 4 ШП 5. Сова Танра 7. Даня 8. И протопал 9. Маги, дайте стол там. Или воды. Я бы прыгал. Так я тебе носу, первые будут маги по команде выходить. Спасибо. Тыков не деревался туда. Сейчас уводут они, я даю его пристабам дам. Ох, не деревался, Аладдин. Ты от... Джаджмент. Джаггернаут. Джаггернаут, оф, не его, этого... А, это ты зашел? Ну, да, он ничего. Уже ДК. Я чуть не врубаюсь. Не, могу офнить, если хочешь. Так, что тут все тут, давайте фулбафы. Какие-то местами поменять. Сейчас. Давайте чек на пул. Нас попало на себе. Спасибо. Так, Архирей, Майоша, готовы? Да. Ну, Саш, ты готов? Короче, наверное, готов, давайте пулим. Геро, дай? Да, дайте Геро. Я не знаю, я никогда не перебегаю. Там 4 хила захилят. Просто что мы не победились еще раз. Когда будете там лужи вливаться, не стойте все вместе в одной точке, чтобы не рыгали по 10 человек. Сейчас большой будет в центре, готовься. Так, сведите двух мелких в центре. Новости, народ. Слизь снова потекла. Большой. Большой в центре, паладин, забирай. Сейчас я блюю. Отличные новости, народ. Вторым стан держать. Сука, я не тому тал таунт, блядь. Чё-то, наверное, хилы тебе дали 100 голды, да, чтоб подержал в центре. Не. Вар, наверно. Блядь. Заплатил, хильте, Ракшаза. Хильте. Деревался хильте, прицела хильте. Большой в центре забирай. Слава, дай на хп. Что-то давайте перебегайте, то он как-то блюет слабо, хилы что-то не захиливают. Перебегайте. Так, дерева с ахильки в луже и со слизнем.
самым. Так, Айоша, бабу? Как крылья были. Три бабы не уйдут вообще, никого не забыли. Ты говоришь, какой-то наблевод раньше, там, на метрах 50. О, понял. Так, шейна танка надо кому-то? Мне нет. На, успех ролите. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. На объект ролите, на майнспек. На оф. Надо кому-то бесплатно, отдам на Хапала. Хапал, тебе надо? Покажи тебе, где я там тоже есть. Чего ты говоришь? Рекаунтом или скаду покажите с этого босса. Только там я тоже не вижу. Чё, сейчас покажу. Топ 20 только покажи. О, Саша, Петуш. Привет. Чё, кого чё там надо? Чё могу там кем-то понужнее зайти. Да. Можешь Навара зайти. Навара? Ну сейчас зайду Навара. Всем привет. Привет. Лока, говорите, надо, да? Да нет, вроде. Слушай, может пускай пока мутант потанчит, я пока сделаю там чарки, сокеты ставлю. Сет хочу получить, а то без сета я бы исключай не затанчу. Иос, у тебя какой второй сет? 4 плюса. У меня арпал. А наличие вары делают как этот рывок? Ну, то есть можно спасать вары? Нет. Не, не делают. Здесь, нет. Не, я там знаю, как можно сделать, но так вы не будете делать. Да это... там можно и без чарок, то главное шаркари станете и всё там. А не, у меня сета нет, понимаешь? А, так мой артанк, мутант спикни с танка одного босса, иди протуйся, делай пока чарки. Дайте порт в агримар маги. Да я сам протонусь ко мне. Так, давайте. Квадратик. И кто тут еще? И полумесяц. Две споры, третью в танках. Так, мутант тут, мутант начинай. А можно бафы по вару, а? Дайте там какие-то бафы. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Это заклинание еще не готово. Ну спор дайте, блин. Там два раза споры сносите, все, третий надо, сами пусть бегут. И че это вы все еще в ЦЛК, я думал, РС? Та обычка долгая была. Слава РС. Дискон еще был, короче. Да, слава. Да ты чё там, Синдра лишь живые, блядь.
Не, Слав, ну, в натуре не обессудь, ты как бы нормальный чувак, все, нормальный рейд, все по делу говоришь, но каждая твоя бычка, ну, блядь, каждый твой рейд идет что-то не так. Какое-то волшебство случается, и что-то, блядь, сука, не так. И что? Не похер. Блядь, так это непонятно вот как раз-таки. Это непостижимо уму. А еще он, короче, балуешки, понял, пиздит куда-то, непонятно. Нет. Нет, эта хуйня уже пофиксена. Это я пофиксил уже. Давно? Ну, блядь, да, так-то. Давно. Хитки Макгрегора, там прижмись хорошо. Милики, идите в центр. Макгрегор, потяни его, то сейчас РД-зона забльется и будет вайп. Если что, это не зависит от танка. В смысле? Что? В прямом. Это зависит от того, сколько людей на рендже стоит. Не, ну это может на РД кинуться, а РД забьет миликов. Макгрегор умер. Дресса быстрее. Так это не зависит от того, где босс стоит. Прожмите, Макгрегор, прожмите. Забирай Макгрегор быстрее. Дайте каплю на Макгрегора. А уже не надо, уже. Он же не бьет без стаков. Да, это так, на всякий случай. Дайте каску на Макгрегора, дайте пристабав и лапку. Хотя бы на стамину дайте. Уже дал, вот пристабав. Блять, а ты чё, у меня такой голос уебищный? Да. Но... Сука. Кстати, кто там еще Бэр остался? Кто-то в бабли, забирайте, таунтите. Забирайте с мутанта, быстрее. Сейчас щит. Забирайте, таунтите, там 9 стаков, будет вайп. Я же затаунтил, да. Даля, ты с меня. Давай, Макгрегор. Блять, не успел. Герой. Я полностью броня сломан. Щит? Блять, я не успел, ребят. Парни, Макгрегор. Срезку не умеет прожимать. СС мутанта, да? Джиггернаут. Заткнитесь нахер. Мутант, иди умирай там, отойди только от нас. И берните мутанта. Возьми его на себя, ставьте, рейд от этого босса отойдите. Охуенный рейд. Слышишь, в моих рейдах говно происходит такое-то. Дилбас, кто там? Дайте диван. О, резайте мутанта быстрее, какой там Бэр остался, не знаю, где-то валяется в центре. Да духа мой, блин. Резайте. Да. Ну давайте, живите. Миллион добить. Последний поймал. Тучку нажал, смотри, танкую. Блять, видите, ребят, миллион. Ты все похуй. Миллион хп, добивай маджик. Маджик не сможешь. ГГВП, блять. 700 тысяч, он там касается. Да, маджик глыбу. Пацаны, пошлите ход. Да, глыбу нажимай, притворись. Маджик. Нахуй глыба, блять. Сейчас смотри, доты добьют. Хан, добивай. 300 кг. Притворись, мертвый, притворись. Красава. Сейчас второй взрыв будет. Да похер на взрыв, 200к, 150к, смотри, там доты добьют. Давай, вешай на него. Не добьют, блядь. 100к, смотри. Папочка, сука. Блядь. 70 тысяч, блядь. Пиздец. Блядь, ребят, это что за зарыв, нахуй? Чё он падает? Кто там? Он не прожимает. Короче, он ёбнул меня, я когда резнулся, броню всё, блядь. А за что в ГП? Всё, вот так вот. За охуеть, что? Блядь! Когда вы говорите... За что ГП? Это столб сказал? Ни одной волны нету, сука, одни цепухи. За что ГП, действительно? Эй, Ника, 200 тысяч, пижон, бля, вообще в жопе какой-то. Почему даже не видно где. Почему ни одной волны? Целых две, блядь. Магрэ, этот, розетта, 150 тысяч. Того, что с него хилить было невозможно по одной причине. Это можете уже сумонить мне. Потому что когда я его только в таргет выбирал, все, у него было 10% хп. О, давайте я в армсе по ДДшу. Спектр а? С поля пристава. Просто с одной тычки, когда вот... Пацаны, есть же кого фласка на ап? Давайте куплю за 100 голд. Либо на хп обменяю. На СПД есть. Нахуй это СПД? Охуеть. Ваня, киньте сумму мне, пожалуйста. Сейчас до босса добежим. Стоп, там, людей вот там можешь обратно в ДД спекаться.
Я тебе могу только духи с ивента дать, мне нету фласок. О, кстати, давай. Нормальная тема тоже. Я могу духи взять сейчас, кому там надо. На чё? Пока я ойри резать, кому там духи на что? Давай, короче, на ап. На спаде прицел, да? Так, сейчас я спаде возьму. Блин, мутант, ты где там? Потерялся. Сука, надо же было бухим в рейд запилиться и вайпнуться на тухлом, блять. Пиздец, вы чё, ёбнутые? Сейчас проф самый веселый будет еще. А вайп на корабле ты не хочешь, у нас вайп на корабле был. Вайп на вальке, вайп, блядь. Чего на вальке не было? На вальке не было вайпа. А, на вальках, на этих, на трэше, да. Да, на трэше, да. Да, я в танке. Спасибо, Ваня. Да не за что. Тыкай на сумму. Чё, в поле приставки? Так, что-то лень. Не-не, не надо. Так, пижон. Давайте вармся по ДДшу, да? А, сделаем каменную насквозь. И кому там надо были эти, как у одеколоны, флаконы, давайте не обнём. Так, давайте сюда, можете фулбафы давать. Мне это кому? Где у вас это упало? Блин, ты где-то далеко, я не могу тебя... Я слева, я слева. Обмен. Дайте каску. Каску раздайте. Сука, второй раз жратву просрал, блядь. Подождите, подождите. Забери камень. Давайте бафайтесь быстрее, будем убивать. 9 часов вообще у нас ни в каком глазу нет. Еще лич и проф. Чего у тебя еще ни в одном глазу? Да, что у тебя много? Давайте не будем. У меня еще ни в одном глазу. Дайте хоть этот ДК каску, ДК начнет, там потом остальных добафаешь. Да пусть начинает, блядь. Так он каску так год ждем, блядь. Паладины, петухи, идите в жопу. Давай, Макгрегор, начинай, иди танчи. Какой, блядь, начинай? Да ебаный. Каску кто раздает? Этот Макгрегор. Паладин, бафай пока каску. Блядь, а чё за армса тыкать? Пропускаем. Кому ещё каску? Канту? Не знаю, я короче, быша прожал. Пацаны, чё делать? Покинуть тело. Так обычно на арене получается. Блять, я сейчас форум не словил. Сука, я пельмень поймал. По-моему, 7 дал каски. Ты превосходство. Блять, ладно, серьезно? Ладно, попробуем. Сука, все пельмени слоит. Понял, я взял. Окей. Дал камни. Блять, что делать? У меня больше не прожимается. Кинуть тело. Не, это не то. Эй, сакру.
ставки. Штаны. Ротти штаны на майнспек. Я помогал как мог. Нихуя себе, целых 11к выдал в армсе. Ты глянь, какой здоровенный. Спасибо. И что говорит боксер? Шапка и плечи на хапала, могу отдать кому-то надо. За 10. Кровь отдай вот. О, слушай, давай шапку на тронцму, да? Че? Не, нахуй, фурик лучше. Пиздец, мне даже ебучий венг передамажил. Да ты вообще лох. Да я пьяный просто. Да, да. Кому там еще флаконы? Давайте, обмен мне. Ты кто? Дилос попал. О, слушай, прицел, а ты же там вроде с гильдии слился. Куда? Да, хуй знает. Ну, кикнули вообще-то. Приснилось, видимо. Сейчас я найду нас подо секунду, а вот. Меня кикнули вообще-то, слышишь? Ты сам ревнул, не надо. Когда? Кому еще флакона? Когда тебя понизил, ты всем сказал всем спасибо, удачи и ревнул. Это вроде злой ревнул, не? Это было, потому что это было, это вообще Лотара протопал. Меня-то с гильдии кикнули уже давно. Покажите с этого босса, ТТ. Потому что он зашакалил наручи в этот, непонятно куда. И ему не понравилось, что его нахуй послали. Есть у кого-нибудь мясо не нужно? Кому еще дать диполонов там? Где ты там, Коля? Принимай сумму. Заходи, ДК. Ты-то специально линканул мое последнее 16-е место в армсе, да? Не, случайно. Ой, еще раз кинь обмен, Николас. Ща, как фурик аспекта. Кому эти колонны? Да, никому диколон не надо. Закажу. Кажется, что надо зайти. А чё Ракшас демоном, а не афликом этим баганым ебаным? Закончился или? Да. Так, тыкните на сумку, тут стоит рядом. Да, не надо. Чем я сзади стою? Стоп, короче, сейчас будет кукла. Два друида быстро заходят, потом будем начинать. Проживаем бурстей, как обычно. Кто на этом боссе танки? Чё? Так, на этом боссе Сансимилия и Дилевас. Сансимилия и Дилевас. Макрэмер может туда спекаться обратно. Так, давайте, смотрите, там что по бафам не хватает. Каска есть, вроде пристабаф есть, чек на пул. Так, прицел Ракшас. Резни тотем поставить защиту от сил природы. Прицел ты тут? Да, мы договорились. Давай, Дерева, сади, пей куклу, стоим пока ждем. Кидайте, омоложение будет, блять. А зачем? Ну что ты делаешь? Давай, ДК, бей. Не прожимайтесь, не прожимайтесь. Будем... Хотя нет, давайте переводим. Да, два друида, хотайте куклу, главное. Хотайте куклу. Нормально. Зеленому подводить или нет? Не-не, не надо.
ход эти кукол, там раги хватит. Переводим сразу. Давайте, давайте, больше ДПС. 5, 4. Стоп, стоп, переводим, давайте. Да поздно уже. Стопайте, стопайте, стопайте. Так, давай, ушли к столу, давайте рост, рост шаманы. Бежим. Давайте, зеленого играйте. Да, не, тут никак. Ну, пробуем, давайте, к зеленому сбежались. Все, диспельте куклу, диспельте. Кто спорил босса? Антихам. Не знаю, что случилось. Не убегай, стол. Кто там мутант? Пизда. Мне кажется, Слава заплатил антихаму голды, чтобы не только его рейды выглядели уёбищно. Хуя себе выжил. Блядь, да везде такое бывает, блядь, чё вы такие? Просто дурачки, блядь, дурачков включают и пиздец. Не, Слава, блин, всё, вот сейчас вот не в обиду. Нет, да погоди ты, блядь, я же с тобой нормально говорю. Вот у тебя в натуре вот такая вот хуйня, блядь, вот не знаю почему, но это, сука, именно в твоих рейдах. Я не знаю почему так, люди вроде так все те же, все вроде нормально. Не, я в общем говорю, просто как-то вот подозрительно так случается. Ты что-то непонятное говоришь, давай ты в следующий раз что-то скажешь. Ну ладно, убедим. Хуй с тобой. У меня просто голова кругом, блядь. У меня рабочий день прошел. Эти обычки сводил 2 РС-ки. ЦЛК, блядь, синдру лича оставил. И ты, сука, после этого говоришь, что у тебя есть жена и дети. Я что-то, блядь, сомневаюсь. В чем тут это вообще? Ты бы так Warcraft не задрил, блядь. Я ж ходил обычки, тот-тот-тот. Ебаный в рот, блядь. Не, я просто про то, что я устал, и ничего не понимаю, что ты говоришь. Так типа, если ты устал, нахуя заходить в игру, где тебе будут ебать голову. Это же нелогично. Он что-то пытается там, я ему говорю, завязывай. Хватит. Хорош. Лучше пойти даже то же самое порно посмотреть, Славик, чем заходить в Warcraft. Стоп, стоп! Сука, ребят, я главный жизнь. По порно. Ребят, я тут главный по порно. Так, сколько ты его планируешь смотреть? 10-15 минут? Ладно, ладно, 25. Было такое, я просто лежал, ел, блядь, чипсы и смотрел порнуху. Это неинтересно. Это хуёвая альтернатива. А ты пробовал на курице смотреть порнуху? Ваня, ты чё ливнул-то? Твою мать. Обрубился, блядь. Чё? Эти пати, я не то. А кто РЛ? Не знаю, кто РЛ. Прицел, РЛ. Прицел, РЛ. Да, и РЛ я тебе дам. Кого ты взял-то? Сука, эпично, блядь. Я того попросил. Это ж Мара, блядь. Эх, Мар уже набрал. Кика его, да? Мара это по-белорусски туча, по-моему. Да. То есть даже вот, видишь, сама игра, понимаешь, передает лидера человеку, который может им быть. Почему-то, когда Ваня ливнул, лидера мне передалось, а не тебе. Да? Молодец. Красавчик, чё? Ну, сейчас чётко подъебал, да? Вообще не говорю. Пикайте, пожалуйста. Так, ну разве тут сумоните там ещё? Кто у вас вообще танк? У нас Сенсимилия. Блять, вы что, ёбнутые? Еще раз, да. Мне кажется, я как 10 раз уже сказал. Это он к тебе обращался, сейчас он ко всему лезет. Какой ты воятель, Гир. Еще небось за ГП. Так, давайте суд, можете фулбафы давать. И у Лотара до сих пор воятеля Гир нету, прикинь. Человек играет с 2010 года на этом сервере. Так он в рейды не ходит. Хуйня бывает. Так, дайте лапу, друиды. Так, смотрим каска по магам, давайте чек на пол. Бурстим или нет?
Подождите, не, надо 30. Кому да, вот да, эту да. Вот хуйню за 10к. Так, короче, бурстим, куку. А, стоп, нет, давайте куку подождем, там заход у друиды, нормально все будет, а потом бурстим. Так, Макгрегор тут? Да, да. Только не трогайте босса. Иди пей куку и отходи. Не трогайте босса, не трогайте. Давайте, трогайте. Ставка 300 хп. Нихуя себе, а кому? Не знаю. Просто омоложение, буйный рост, там... Ой, как его... Жизнь света, оно ничего не дает. Буйный рост кидайте. Отойди, Рома, отойди. У кого там слава украине орёт? Отойди, отойди. Буйный рост. Буйный рост. Чего он не кидается? Ну, потому что он близко к рейду стоит. Ну давайте, подходим, ну, профи, ДК, подходи. ДК, подходи. Рейд, подходим к боссу. Милики, давайте. Подошли, вы милики, подходите. Алло. Давай, ДК, 3, 2, 1, пошел. Переводим, бурстим. Служи, уходите. Что-то у вас ДПС как-то слабенький стал, я смотрю. Переводите. Так, давайте, к столу ушли, красные уже бейте, зеленые к столу, зеленые к столу. Смотрим, выбери цель и будем сбежаться. Так, давай, зеленый, играем зеленого столб, красный в идеале, к зеленому сбегаемся. Замедли потом еще раз зеленого, красного замедли потом, если сможешь. Давайте, сбежались, играйте. Давайте, смотрим на ком и сбегаемся. Сбегаемся. Бьем зеленого. Красного добивайте. Добивайте красного быстрее. Зеленый, смотрим. Избегаемся. Все нормально, играем профа. Так, сейчас будет красный. Один хрен веди по зеленую колбу. Так, смотрим, кто там. Давай, зеленые, милики, давайте, пошли к зеленой колбе, веди к зеленому профа. Играем по зеленому. Даня, Реса, Розету, Розета, Реса и Никея. Сбежались. Сбежались. Ну я же сказал, не вставай. Так, Пижон, Реса и Розету. Быстрее, пельмени центр. Смотрим, колба сейчас будет. Резай розету, этот пижон, резай быстрее. Так, розета, резай Эника. Эника, резай розета. Так, РД бейте красного. РД красного, милики профа. Слава, дай гимн на ману. Ставьте тотем. Милики профа, РД красного бейте. Дайте пристабав, каску дайте, такое дайте. Карабунус. Пристабав лапу накиньте. Смотрим колбы. Отошли от колб. Так, веди под зеленую колбу, прям веди. Под зеленую, под зеленую. Под зеленую веди. Так, что-то лагает сильно. Стоп, попробуй, стоп. Да уже не веди, наверное. Да, веди, веди. Давай, все в зеленого. Профа не бейте, играйте по зеленому слизню. Все в зеленого бейте. Смотрим, цели сбежались, сбежались. Давайте, сбежались. Замедли двоих. Дайте рост. Рост, рост. Рост. Играйте по дебафам. Сбежались к зеленому. Ой, пиздарики. Так, давайте, нормально. Добиваем зеленого. Боб дайте. Дайте боб по красному. Играем зеленого, сбежались зеленый. Сбежались зеленый. Пижон, беги, дайте боб по пижону. Дайте боб по красной цели. По красному боб дайте. Сам себе дал. Зеленый быстро бегает. Добивайте зеленого. Добивайте зеленого, красного. Давайте, добивайте. Все, добили. Так, у кого БР есть. Так, танго, Ареса и пижона.
Нормально все. Пол бы отошли милики. Ой, ты снимал это все? Так какое-то дерьмо происходило, бля, даже кинь. Так, сколько там у тебя стаков, скажешь? 2-3. Давай, паладин забирай. Паладин забирай. У кого диван есть, присоедините. Я уже дал маме. Снимай. На 3 стаках потом заберешь. Угу. Че, рост, не? Колба сейчас будет. Да, да, рост. Давайте, ушли. Все, добивайте. Там что вы передаваете? Нормально все. Можно хорика БРМ? Сколько там у тебя стаков уже? Че, я завис чуть сильно. А, ну нормально, добиваем. Я думал, будет вайп, когда вот это все началось. Да я тоже думал. Нарезайте павших. О, я убью зеленых слизней, думаю, двое. Ой, скиллоски надо кому-то? Я накинул с красной, это что-то штука. На успех. Так, завоеватель, а Йоши надо еще один? Вроде да. Один левел. Но мне тоже не помешает. А, тебе тоже надо. Скиньте репел. Так, зазыватель там кому? Деревасу вроде я давал, да? Да-да-да. Блин, уже токены не надо, спасибо. Хотя ладно, холи палочек делаю. Деревки продал. Китикет это Виталий, что ли, нет? Деревас, блин. Акция такая, Вань. Чё? Нахрен, ему 399 дал ГП-то. Сейчас. Ну танк. А нахуя ты в анхолике? Это скиньте, пожалуйста, РК на удаление камеры. А то мне...